как получить root-права для Android-смартфонов и планшетов с помощью программы KingaRoot. Маленький экскурс в историю. Как вот получить root-права на Android-устройство? Корни термина идут от Linux-систем. В переводе на русский это права суперпользователя, супер-юзера. Они предоставляют владельцу полный контроль над системой, что позволяет редактировать и изменять системные файлы и папки, а также устанавливать приложения, требующие для своей работы root. Root-права получаются при помощи специальных программ. Они определяются антивирусными пакетами как вредоносные, ибо неопытный пользователь может повредить устройство при получении. Наличие root-прав позволит редактировать, удалять любые системные файлы и папки, а также создавать и устанавливать бэкапы. Очень и очень полезная вещь. Использовать командную строку. Но это на любителей тоже очень полезная вещь. Убрать рекламу из игр и приложений. Но это вообще шикарная вещь. Она очень хорошо работает. Вот, убирать рекламу из игр и приложений. Очень хорошая штучка. Менять системные шрифты. Ну, это для любителей. Подборка приложений, ради которых надо получить root-права. Да, таких очень много приложений, для которых надо все-таки получать root-права. Восстанавливать удаленные данные. В предыдущем видео мы как раз и разговаривали по этому вопросу, по восстановлению удаленных данных. А там программы требуют root-права. Удалять предустановленные приложения или родные. Это очень часто случается в новых смартфонах, планшетах. Насовано столько всяких ненужных программ. Они только занимают свободное место в памяти, тормозят Android, планшет, телефон и так далее. А удалить их не получается. Вот только через, после установки root-прав их можно удалить. Следующее. Настраивать графику в играх. Это очень важно, особенно в современных условиях. И следующее. Взламывать игры через Freedom, Xmod Games и Game Killer. Тоже некоторым это дело надо. Итак, после краткого экскурса в историю, начнем все-таки рассматривать, как же можно получить root-права на Android-устройствах с помощью программы KingaRoot. Есть различные способы получить root-права на Android-телефонах и планшетах. Ну вот программа KingaRoot одна из программ, которая позволяет это делать в один клик и почти для любой модели устройства. Кроме этого, KingaRoot Root, пожалуй, является самым простым способом, особенно для неподготовленных пользователей. В этой видеоинструкции пошагово мы покажем вам процесс получения root-прав с помощью данного инструмента. Предупреждение определенное все-таки тут есть. Описываемые манипуляции с вашим устройством могут привести к его неработоспособности, невозможности включить телефон или планшет. Также для большинства устройств эти действия означают лишение гарантии производителя. Делайте это только если знаете, что вы делаете, и только под собственную ответственность. Все данные с устройства при получении root-прав будут удалены. Скажу следующее. Я с помощью этой программы устанавливал root и на свой планшет Huawei MediaPad 7, и на свой телефон Huawei G700, и не на один, так сказать. И нормально все, в принципе, нормально работало. Итак, где скачать программу KingaRoot Root и важные примечания. Скачать бесплатно программу KingaRoot Root вы можете с официального сайта разработчика. Ссылочка внизу экрана. Установка программы несложная. Просто нажмите «Далее». Какое-то стороннее потенциально нежелательное программное обеспечение не устанавливается. Но все равно будьте внимательны. Не исключаю, что в будущем оно может появиться. Так что обращаю ваше внимание. Проверяйте, что вы устанавливаете. При проверке скачанного с официального сайта установщика KingaRoot
с помощью антивируса, обнаруживается, что три антивируса находят в нем вредоносный код. Я постарался найти более подробные сведения о том, какой именно вред может быть от программы, использующей наши и англоязычные источники. В общих чертах все сводится к тому, что эта программка просто отправляет кое-какие сведения на китайские сервера, причем не вполне ясно, какие именно сведения. Только те, которые необходимы для получения root-прав на конкретном устройстве Samsung, LG, Sony Xperia, HTC и других. Программа успешно работает почти со всеми. Или какие-то еще. Ну, по крайней мере, отправляет чуть-чуть буквально, так что ничего не волнуйтесь. Она отправляет именно, какой у вас телефон и как надо, так сказать, установить этот root. Скорее всего, так. Не знаю, насколько стоит этого опасаться. Могу порекомендовать выполнить сброс устройства на заводские настройки перед получением root. Все равно он будет сброшен потом в процессе. А так, по крайней мере, у вас не будет никаких логинов и паролей на вашем Android. Так что вот, ничего страшного, в принципе, в этом деле нет. Итак, получаем root-права на Android в один клик. В один клик это, конечно, преувеличение, но именно так позиционируется эта программа. Итак, показываем, как получить root-права на Android с помощью бесплатной программы KingRoot. На первом этапе необходимо включить отладку по USB на вашем Android-устройстве. Для этого, первое, зайдите в настройки и посмотрите, есть ли там пункт для разработчиков. Если есть, то перейдите к пункту 3. Второй пункт, если такого вот именно пункта нет, он называется для разработчиков, то в настройках зайдите в пункт о телефоне или о планшете в самом низу, а потом несколько раз нажмите по полю «Номер сборки», пока не появится сообщение о том, что вы стали разработчиком. Третий пункт. Зайдите в настройки, следующий для разработчиков, и отметьте пункт «Отладка по USB», а затем подтвердите включение отладки. Следующим шагом запустите Kinga Android Root и подключите ваше устройство к компьютеру. Начнется установка драйвера. Учитывая то, что для разных моделей нужны разные драйвера, нужно активное подключение к интернету для успешной установки. Так что обязательно должен быть включен интернет на вашем компьютере. Сам процесс может занять некоторое время. Планшет или телефон может отключаться и снова подключаться. Также вас попросят подтвердить разрешение отладки с данного компьютера. Нужно будет отметить «Разрешить всегда» и нажать кнопочку «Да». После завершения установки драйвера появится окно, предлагающее получить root-права на устройстве. Для этого там предусмотрена единственная кнопка с соответствующей надписью «Root». После ее нажатия вы увидите радостное предупреждение о возможности ошибок, которые приведут к тому, что телефон не будет загружаться, а также потери гарантии. После этого мы все-таки нажимаем кнопочку «ОК». После этого ваше устройство перезагрузится и начнется процесс установки root-прав. Во время этого процесса вам как минимум один раз придется самостоятельно выполнить действия на Android. Когда появится надпись «Unlock Bootloader», нужно будет с помощью кнопок громкости выбрать «Yes» и кратко нажать кнопку питания для подтверждения выбора. Следующее. Также возможно, что потребуете самостоятельно перезагрузить устройство по завершении процесса из меню «Recovery». Это делается также кнопки громкости для выбора меню и питания для подтверждения. Когда установка будет закончена, в главном окне Kinga Android Root вы увидите сообщение о том, что получение root-прав произошло успешно и кнопку «Finish». По ее нажатии вы снова вернетесь в главное окно программы, из которого можно убрать root-права или повторить процедуру. Маленькое дополнение. Отмечу, что для Android 4.4.4
на котором я тестировал программу. Получить права суперпользователя так и не получилось, несмотря на то, что программа сообщала об успехе. С другой стороны, я думаю, это вызвано именно тем, что у меня самая последняя версия системы. Если судить по отзывам, почти у всех пользователей все проходит успешно. Ну и я, в принципе, на своем опыте тоже скажу, что все проходит нормально, успешно и без каких-либо запинок. Много-много раз я ставил, так сказать, root-права на планшеты и на телефоны с помощью этой программы, и никаких, так сказать, проблем, запинок не наблюдалось. Так что пожелаем вам и нам большого успеха. А пока что большое спасибо и до свидания.